В Апатитах уже несколько дней ищут пропавшую женщину. 30 июля рано утром 85-летняя апатитчанка ушла из дома и до сих пор не вернулась. В городе ее путь отследили по камерам. Последний раз женщину видели в районе поворота на аэропорт с проспекта Сидоренко. По словам дочери пропавшей, Светланы Гуро, ее мама, Насеткина Валентина Александровна, гуляла с собакой ежедневно. Всегда возвращалась домой, хотя в силу возраста у нее были проблемы с памятью. 30 числа она ушла гулять. В 12 часов ее уже не было дома. Вернее, я пришла к ней в 12 часов, ее не было, я думала, она опять задерживается. В 2 часа прибегает собака, и уже с полтретьего мы забеспокоились. Ей очень плохо с памятью, у нее деменция, она вообще никого не узнает, ничего не интересует, только гуляние. Гуляет с собакой. Пропавшая была без головного убора. Одета в черные колготки, коричневые полуботинки, плотный зеленый кардиган. В поисках помогают волонтеры отряда «Лиза Алерт» и апатитские спасатели. Но этого мало. Необходимы еще люди для прочесывания лесной зоны. Мы уже обработали участок в районе спорткомплекса «Атлет» и так называемой «Дороги жизни». Сейчас, по последней информации, женщину видели в 13:10 в районе склада ГСМ по автодороге Апатиты-Аэропорт. Сейчас нам нужны будут добровольцы для прочесывания местности в этом районе. Если вы готовы помочь с поисками, обращайтесь в единую диспетчерскую службу по телефону 6 31 21.